Летние каникулы должны быть не только интересными и насыщенными, но и безопасными. На Сморгонщине активно проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня». С 6 июня по 18 августа планируется ряд мероприятий. 14 июня на территории средней школы номер 3 для трех отрядов оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Алые паруса» сморгонские спасатели провели профилактическое мероприятие. Среди гостей насыщенного дня, присоединившихся к работникам МЧС, были и представители ОСВОД. Поскольку лагерь посещают дети в возрасте от 7 до 13 лет, организаторы учли данные особенности своей аудитории. Встреча прошла в игровой форме. Мальчишкам и девчонкам раздали красочные информационные брошюры, провели тематические игры и беседы по безопасности. Ребятам напомнили номера телефонов служб экстренного реагирования и как действовать в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Не осталось без внимания и актуальная тема, касающаяся посещения водоемов. Представители ОСВОД призвали школьников быть бдительными и напомнили, что купаться необходимо только в специально оборудованных местах. А обстановка сегодня, к сожалению, в области и в целом в республике непростая. Ну вот сезон еще только, считаем, начинается плавательный, а процент погибших людей по сравнению с прошлым годом значительно возрос. На сегодняшний день у нас с начала года в республике 133 человека погибли на водоемах, в том числе четверо детей, несовершеннолетних. Помните, когда вы отправляетесь на водоем, вода не любит шалости, вода не любит безответственного отношения к себе. Особенно это касается детей. Не должны наши дети находиться на водоемах без сопровождения взрослых. У нас в городе оборудован специальный пляж в районе водоема Молодежный. Там постоянно работает пост спасения. Мальчишки и девчонки с удовольствием ознакомились с имеющимся на вооружении у спасателей оборудованием и техникой. Все желающие могли посидеть за рулем пожарной машины, примерить боевую одежду спасателей. Я не первый раз в лагере пришла сюда с подружкой. Была тут еще зимой. Тут интересно, и сегодня к нам приехали спасатели МЧС. Каждый мог посидеть в машине, примерить спасательные жилеты и почувствовать себя спасателем. Было весело и круто. Новые знания о правилах безопасной жизнедеятельности, рассказанные в легкой и доступной форме, безусловно, останутся в памяти у детворы. Завершилась встреча водной феерией, которая подарила массу ярких впечатлений ребятам.